Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня немножко хочу с вами поговорить о мускусных утках. Здесь у меня молодежь сидит. Белые уточки это от моих уток. Вот эти голубенькие, черненькие. И есть две лаванды. Вот они в конце стоят. Какой-то у них неопределенный цвет. Это из купленного яйца. И вот эти красные. Это те, что я вам показывал, венгерская линия, вот им полтора месяца. Смотрите, какие красивые бутузы. Если я не ошибаюсь, здесь две уточки и 8 селезней. Вот уточки в конце стоят, две красотки, а вот это все селезни. Есть у меня семьи мускусных уток белых. Вот по второму кругу началась нестись молодежь. Прошлого года августа, и одна утка начала прятаться. Где-то уже как две недели она пропадает, потом под вечер появляется, или вечером она пропадает, потом под обед появляется. Ну, я уже думал, что ее кто-то уже украл или куда-то она улетела. Ко мне позвонила одна женщина, говорит: Рома, у вас нет яиц на продажу от белых уток? Говорю: нет, но могу поискать, где-то одна утка прячется. Потому что те, что в загородках сидят, они не несутся сейчас. Жара уже, да и перестали они нестись. Я яйца забирал, в общем, они перестали нестись. А вот эта одна, можно поискать, где-то она прячется, несется. Вчера переискал все. И возле коровы, где корова стояла, думаю, может, туда где-то залетает, под досками прячется. И по двору, где можно было, такие укромные места, тоже нигде нет. Ну и решил вчера ей вечером привязать веревку к ноге. Думаю, ну хоть по этой веревке буду искать. Может, где-то она запрячется, а веревка будет лежать, и пойду по этой веревке и посмотрю. Так оно и случилось. Сейчас я вам покажу. Вот здесь, где я стою, это еще мой участок. Вот сарай еще мой, тот, что недостроен. А вот уже дом, это уже не наш, это наших соседей. Здесь у нас не перегорожено, и она спокойно себе заходит к ним на участок. Я ее у них вчера на участке искал, думал, может, где-то в этой куче дров, или там у них где-то в саду, но нет. Она зашла в сарай. Вот смотрите. Веревка. Руку туда я засунуть не могу, потому что она очень далеко туда залезла. Сейчас буду снимать тюки. Вот смотрите. Есть дырка. И куда она там дальше прячется, это неизвестно. Сейчас я заберу тюки. И будем смотреть, что у нас там есть. Ну вот, смотрите, что это чудо сделало. Тюк зацепился за веревку, немножко ее потянул. Она уже здесь и пуха себе нарвала. И когда я тюк забирал, ее за лапку потянул, видно, что яйца посунулись. Вот такие бывают хитрые мускусные утки. Если кто держит их первый год или собирается заводить, хочу, чтобы вы знали, что эти утки очень любят делать вот такое, как делает моя утка сейчас. Если они сидят в загородке, тогда она не спрячется, если нет места, куда ей прятаться. А если она на вольном выгуле, тогда ждите сюрпризов. Позапрошлом году у меня такое было постоянно. То под досками у коровы, то в сарае где-то за гнездами, а не в гнездах, то на улице где-то под шифером. В общем, прячутся они везде. Вот такая она хитрунья. Сейчас эти яйца все заберу. Здесь три. И вот еще три. Смотрите, на голой земле села. Пуху нарвала и сидит. Вот такое чудо. Теперь придется ее закрывать, чтобы она не неслась. Вот такие эти мускусные утки, хитрые, умные, ну в этом их плюс,
потому что она всегда вас порадует хорошим выводком утят, если к ним туда не смотреть. Но чтобы всегда были напоготове. Если у вас утка где-то прячется, значит, она уже готова сидеть на гнезде. Но мне они уже не нужны, эти утята, потому что уже поздно. Уже сегодня 26 число, скоро уже 1 августа. В общем, вот такие дела и вот такие новости. О утках можно долго рассказывать. Я хочу снять для вас видео, рассказать, что это за утка. Лучшие утки, как мускусная, для меня нет. На этом буду прощаться. Всем хорошего дня. До встречи. У кого есть вопросы о мускусных утках, задавайте, пишите комментарии. Буду рад ответить. Всем пока-пока.